Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Гаценко Андрей, я представляю компанию Академия Трейдинга и Инвестиций, и у меня есть кое-какие торговые идеи на сегодняшний день. И первая из них будет касаться золота. Давайте перейдем на график, посмотрим. Золото. 4-часовой таймфрейм у нас в конце прошлого, начале этой недели произошел слом бычьей тенденции. Есть хороший шортовый импульс, есть откат, и сегодня буквально за последние 8 часов произошло поглощение вчерашней бычьей натяжки. Вот, я считаю, это давление на месячный минимум от начала апреля месяца. С большой вероятностью мы зайдем в эту зону, и здесь полетят стопы покупателей, которые сейчас работает в лонги, и поставить свои стоп-лоссы как за этот минимум в районе 1320 долларов за тройскую унцию, других шансов у них просто нет. Соответственно, там, где стоят стопы покупателей, у нас должны быть тейк-профиты, и мы можем забрать у них деньги. Этот проход будет наиболее вероятным. Как его взять? Его взять можно двумя способами. Первый — это зайти по рынку, поставить стоп-лосс за хай вчерашней американской сессии и тейк-профит за 1320, может быть 1315, потому что пробой может быть глубокий. Это первый вариант. И второй, уже с более мелких таймфреймов, зайти с более коротким стопом, с так называемым микромира, с использованием объемов, кластеров и анализа горизонтальных, вертикальных, главное, объемов. Соответственно, выбирать вам, движение будет с большой вероятностью, я считаю, что эта идея отработается уже сегодня. Нефть вчера у нас упала, 68 не удержала, хотя были пару попыток, я пытался цепляться в это движение, но медведи были очень сильны. В принципе, логично, да, что нефть ходит туда-сюда без каких-то интересных новостей по международным энергетическим агентствам, ОПЕК и запасов нефти. Напоминаю, сегодня в 17:30 запасы нефти, поэтому будем работать по факту. Возможно, вчерашнее движение вниз было связано с натяжкой перед этими запасами, и тренд дальше продолжится по бычьему сценарию. Какие будут запасы, никто не знает. Будем работать по факту, как в момент выхода новости, так и завтра после них. Идея с доллар рублем на фоне падения нефтяных котировок, уровень доллар рубль, естественно, открылся гэпом сегодня. Для тех, кто работает против российского рубля в американский, пытается зайти, соответственно, поменять доллары на рубли, в принципе, нормальная торговая идея, если вы будете ограничить убытки в районе там 61,5 и целить на 62,5. Доллар-рубль сейчас, с одной стороны, интересный, с другой нет. Потому что интересно в том, что Центробанк выкупает сейчас доллары, и это видно по открытиям сессии. Каждое открытие московской биржи начинается с легкого гэпа наверх и продолжается какое-то время. Вот. Но потом развитие почему-то не происходит, и доллар-рубль сейчас не очень интересен в этом плане. Я думаю, он хорошо пойдет после того, как нефть определится с запасами. Вот. Если нефть продолжит дорожать к 70, а если американцы накачают мало нефти, я думаю, что движение будет к 70 очень вероятно. Очень. Если нефти будет накачано много, конечно, это может привести к движению вниз. Соответственно, уровнем, от которого можно работать, это будет уровень, фактически текущих цен. Вот, и он может стать хорошим сопротивлением для движения вниз. Вот. Но пока бычья тенденция по нефти не сломлена, будем искать лонги на новостях. Вот. Если лонги не будут идти, будем принимать небольшие короткие стопы и искать вход в другую сторону. Пока нефть не вышла, напоминаю, 17:30, поэтому ждем запасов. Гадать, куда стрельнут запасы, нет абсолютно никакого смысла, потому что мы трейдеры, а не предсказатели. Ждем падения золота, пробой месячного минимума. Пробой, скорее всего, будет проходить довольно бурно, с проскальзыванием, да, и может, конечно, дотянуться и до нижних границ. Напоминаю, что минимум по
по золоту. Это ценовой уровень марта месяца, это 1302. Фактически это круглый уровень, мы можем дотянуться и до него. Но пока первая цель — захват апрельского минимума. Ждем и отрабатываем эту торговую идею. На этом у меня все. С вами был Гаценко Андрей. Напоминаю, что в пятницу в 19.00 пройдет мой очередной вебинар. Он будет называться «Разбор торговой недели». Там мы будем разбирать лучшие торговые сетапы этой недели, лучшие новости, лучшие тренды мои и моих учеников, а также поговорим о психологии торговли и инвестициях. Ссылочку дам позже, оно будет под видео. На этом у меня все. С вами был Андрей Гаценко. С вами будем торговать новости сегодня, кто добавил у меня группу. И отрабатываем новости по Америке, которые будут проходить в моменте в течение этого дня, начиная уже с 15.30. На этом у меня все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.